женщина это очаг дома. Женщина должна работать. Параллельно с мужем должен работать. Плюс воспитывать своих детей. В жизни бывает, что вот мужчины и женщины женятся, а вот когда они что-то получают, ну, разные бывают, бывает, что они разводятся. И первый удар получается женщина. Если она не учится, у него специальное место, она будет хормить, да, поехать. Я за, чтобы она, женщина, училась, участвовала в жизни, участвовала, была везде, была первая. Мужчина – опора женщины, то женщина должен, должна быть опорой. Да, должна быть опорой для мужчины. И вместе они, если зарабатывают что-нибудь, это хорошо же. На самом деле, меня интересует вообще, чтобы женщина работала, чтобы у них было равноправие с мужчинами. Мы сейчас живем в 21 веке. امروز ما جامعه را عموماً دنیا را به فعالیت زن تصور کردن نمی‌تونیم برای اینکه زن رحمدل است، زن سینه رحم است، زن آفریدگار است. کسی خواهد جد ندارد رابطه ای زن چی نمی‌شینه. امروز اما کسی جد چلونه. این سوئیسی بودن ممکن بود. سوئیسی بودن. نه رابطه. اما امروز بدون رابطه как говорят, грубо говоря, человек с головы помрет. Успешная женщина – это хорошо или плохо? Это хорошо. Продолжайте, чем хорошо? Это хорошо, это же семья, если семейная женщина. Успешная женщина – это плюс семью, плюс бюджет семьи, образование детям. Все.